Химкинский Ньютон, гений и выскочка, как только не называли Виктора Семенова, который всю свою жизнь посвятил работе на энергомаше. Ко дню металлурга депутат Госдумы Ирина Роднина, химкинский депутат Александр Васильев и члены Молодой гвардии «Единой России» пришли на встречу с Виктором Семеновым, пообщаться и услышать историю его жизни. Спортом занимаюсь каждый день 3 часа. При своей загрузке ни секунды нет свободной. Работаю до сих пор, на пенсию не пускают. Говорят, кто безопасность будет обеспечивать. Мои работы во всей оборонке. Полвека назад Виктор Семенов совершил революционное открытие в области ракетостроения. Он с нуля построил систему управления материалами. Элементы ракетных двигателей во время их сварки, пайки и ковки не теряли своей пластичности и не трескались под воздействием высоких температур. Благодаря его вкладу жидкостные двигатели успешно отрывают от земли ракетоносители по всему земному шару. Одним из легендарных стал запуск челнока «Буран» в 1988 году, который без экипажа дважды облетел вокруг Земли и произвел посадку. Полет вошел в книгу рекордов Гиннесса. Об этих и многих других достижениях Семенова написана не одна книга. Это свою книгу «Дорога в космос. Длинная жизнь». У меня таких это 9-я. Я пишу вот такого объема книги. Виктор Семенов не раз бывал за границей в качестве консультанта по договору с химкинским предприятием. Разрабатывал с нуля технологии по обработке металла. На крупных испытаниях он обязательный гость. Сегодня Семенов – научный консультант в исследовательском центре имени Келдыша, лектор ведущих технических вузов. Его авторские изобретения и патенты стали предметом изучения. Многочисленные научные труды и книги востребованы в международном научном сообществе. Самый хороший город в мире – это Химки. Даже в Америке я когда выступал, я много раз, и в других странах, я всегда говорил, я живу в замечательном, самом лучшем городе мира – Химки. А почему Химки так? Потому что Химки выпускают миролюбивую продукцию. Но если нас будут трогать, щипать – эта мирная продукция станет нашей защитой. По окончании встречи Виктора Семенова поздравили с Днем металлурга от главы Химок Дмитрия Волошина за вклад в развитие промышленности и укрепление экономики страны. Виктор Николаевич является почетным жителем городского округа Химки. Ну и очень было приятно сегодня с молодым поколением выслушать историю его жизни и как он добился всего, что имеет на сегодняшний момент. Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, доктор технических наук, лауреат государственных премий Виктор Семенов не останавливается на достигнутом. Активно занимается наукой и надеется, что в ближайшие годы космическая отрасль начнет заниматься исследованием новых жаростойких материалов для создания еще более надежных жидкостных ракетных двигателей. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.